Привет-привет, с вами Лилия Донского, и сегодня мы с вами будем очень долго вместе, будем листать новый каталог 13 от компании Oriflame. В этом каталоге такое изобилие новинок и подарков и новых акций, поэтому сейчас все расскажу, объясню, что и как работает, и покажу продукцию, которой сама пользуюсь, и дам вам честный отзыв, брать или не брать. Приступаем к просмотру. Итак, каталог номер 13 начнет свое действие с 14 сентября и закончится 3 октября. И у нас обложка каталога непривычная нам, что здесь нет красивой девушки, как обычно. У нас здесь новая серия Novage. Novage у нас расширяется и выпускает новую коллекцию против первых возрастных признаков. Так что, кто хочет справиться с первыми возрастными признаками, эта коллекция для вас. И здесь при заказе этой коллекции вас ждет подарок. Давайте посмотрим. Ну, коллекция, как обычно, состоит у нас из очищающего средства, крема для глаз, сыворотки и два крема день и ночь. Я пользуюсь обычной продукцией Экологен, мне очень нравится, поэтому я вот про нее могу больше рассказать, потому что предыдущую серию я еще никогда не пробовала. Кстати, хотела попробовать и забыла совсем выписать пробники. Итак, Экологен, покажу свои продукты, взяла парочку, чтобы вы увидели дизайн, по крайней мере, потому что на картинке не всегда понятно и хочется увидеть живую. Итак, крем для глаз мне очень-очень нравится, то что он с дозатором, то есть вот так небольшое нажатие, и можно выдавить как самую малюсенькую капельку, так и большую, чтобы хватило на два глаза. Великолепный легкий крем, который действительно справляется с морщинами мимическими, и это я вижу по своим глазкам, потому что кожа вокруг глаз выглядит очень хорошо, она упругая, подтянутая, свеженькая такая. И крем у меня сейчас в руках ночной, я взяла ночной, хотя думала, что дневной. Мне нравится, что этот крем очень густой, он напоминает мне суфле, он невероятно приятный по ощущениям. И если сравнивать два крема, дневной и ночной, то про дневной я вам скажу, что он очень коварный и зачастую он сворачивается, много жалоб на него поступает, но им нужно просто правильно пользоваться. Во-первых, кожа должна быть очень хорошо очищена, то есть маски, скрабы, пилинги, это нужно делать все регулярно, чтобы кожа была сияющая, чистая, и крем наносить маленьким количеством, вбивая. То есть мы его не втираем, а именно вбиваем, делаем пальчиковый дождь, и крем распределяем по массажным линиям, тогда эффект будет крутой. А ночной крем, он абсолютно не капризный, его наносишь и просто одни приятные ощущения. Про серии долго говорить не буду, потому что это занимает очень много времени. Я думаю, что когда выбираете комплексный уход, то нужно к нему подойти очень основательно, а не так, что вот беглый обзор сделать. Покажу вам очищающее масло для умывания. Мне нравится то, что оно с дозатором, оно действительно очень хорошо удаляет макияж, я даже после него протирала лицо тоником, но ватный диск был абсолютно чистый, то есть это показывает, что масло удаляет чисто, но рекомендуется после очищения маслом еще раз очистить кожу привычным вам средством, то ли это пенка, то ли гель, то ли молочко. Масло наносится на сухую кожу, делаются массажные движения, то есть пальчиками втираем, и потом только смачиваем пальчики и смачиваем маслице, и оно становится такое беленькое, и возникает ощущение, что он даже чуть-чуть пенится, и потом его просто нужно смыть. Масло замечательно, оно даже удаляет макияж, но мне лично неприятно им удалять макияж, потому что когда на глазах какое-то вот ощущение вот этой жирности, то мне оно не нравится. Далее, капсулы со скидкой. Капсулы — это микс масел, то есть здесь у нас 3-6 масел разнообразных, которые в комплексе очень классно влияют на кожу. Рекомендуется использовать комплексом, не так, что вы одну нанесли, потом через 2 недели вторую капсулу, 2-3 раза в неделю, то есть наносите и делаете это курсами, тогда будет более такой явный результат. Далее у нас эмульсия против воспалений. Кстати, у нас есть такая эмульсия, я делала с ней обзор, но сейчас я ее забыла взять, вам показать, но здесь все понятно, эта эмульсия справляется с воспалениями и работает она хорошо, я проверила на себе. У меня хоть и редко бывают воспаления, но когда они появились, то эмульсия справилась за один раз, то есть с одного применения у меня воспаление пропало.
Крем-скульптор для шеи. Кому он нужен? Всем, кто хочет, чтобы шея выглядела моложе. Вот он у меня практически заканчивается. Я его наношу, к сожалению, не каждый день. Иногда забываю. Иногда уже крем нанесла на всю лицо и шею ночной. И потом только беру этот крем. Вот такой у него вид. Смотрите, какой он красивый, классный. Такой вот слегка беленькая такая эмульсия. Очень хорошо питает кожу, очень хорошо впитывается. Как только закончится, сразу закажу следующий, потому что я за кожей шеи ухаживаю очень тщательно, потому что морщины в первую очередь появляются как будто на шее, они более очевидные, то есть кожа вокруг глаз и кожа шеи больше всего подвержена появлению морщин. Ухаживаем, стараемся, результаты от него хорошие, как и от всего, если ежедневно ухаживать каждый день, не экономить на своем уходе ни по времени, ни по средствам, то результат будет хороший. Итак, у нас в серии Novage также есть маски тканевые. Маски мне нравятся, я пользуюсь не часто, но пользуюсь. Маски очень эффективные. Я их проверяла, когда у меня было прям вот настолько невзрачное состояние кожи, у меня были стрессы, и я проверяла после того, как от котика мы теряли, я ревела практически сутки, даже больше суток я была на слезах, лицо выглядело ужасно, и маски справились. То есть я нанесла маску, и я делала наши патчи, чуть позже про них расскажу, то есть патчи на глазки, маска тканевая, и лицо пришло в норму, то есть с одного применения. Я обожаю маски, они не дешевые, но понятно, что мы ими пользуемся не каждый день, а на выход, на какое-то мероприятие или просто себя побаловать. Я зачастую, если на первый взгляд мне кажется цена высокая, то я говорю, ну если бы я ходила в салон красоты, то одно посещение косметолога обходилось бы в несколько тысяч рублей. Неужели я не могу себе позволить тканевую маску или наши патчи для глаз? Это все очень доступно, и по крайней мере я точно знаю, что это очень хорошо работает. Далее, у нас выходят новинки. Это некоторые кисти и массажеры для того, чтобы, я называю это гаджеты, для того, чтобы сделать интереснее уход за кожей лица. То есть у нас здесь будет массажер для глаз, у нас будет лопаточка для нанесения крема, силиконовая такая миленькая лопаточка, кисть для распределения крема и лопаточка для нанесения масок. То есть у нас поменялся дизайн, потому что такая лопаточка у меня была уже и сейчас есть, я ей пользуюсь и очень довольна. Я хочу сказать, что с лопаточкой носить маску намного интереснее и проще. Далее у нас есть, выходит маска для лица многоразовая и фиксирующая. Вот это очень интересно. Очень интересно, нужно будет почитать. Она усиливает эффект средств. Смотрите, можно нанести сыворотку, крем на чистую сухую кожу, нанесите жидкую тканевую косметическую маску, сыворотку или крем, и сверху уже зафиксировать многоразовой маской и оставить на время, указанное в инструкции. Прекрасно. Ну я-то точно закажу, потому что я люблю все такие помощники, которые нам помогают сделать уход более эффективным. Итак, аппарат для ухода за кожей, для очищения, и не только для очищения, сейчас покажу. Здесь есть и массажная насадка. Skin Pro Sonic 3 в 1. Вот так вот выглядит аппарат. Он на подставке, что очень удобно, он стоит в ванной вот таким образом. У него есть режимы разные, вибрация, то есть здесь мы переключаем. Очень легко меняются насадки, то есть вот легким движением руки повернули, убрали, берем следующую, то есть это очищающая, закрутили, она держится, то есть это не, она не крутится, она вибрирует. Очень мощные вибрации идут, за счет этого из кожи выбивается грязь, вычищается. А это для скраба такая насадочка силиконовая. Вот моя любимая массажная, я ей пользуюсь очень часто, мне она нравится больше всего, и то, что она делает с кожей, меня полностью устраивает. То есть я наношу крем, сыворотку, потом крем, и потом начинаю вот массажером двигаться по направлению, вот как у нас расположена массажная линия, медленно, плавно, такие получаются вбивающие движения.
Потолок испачкалось, что ли? Вот, получается такие вот вибрации, которые очень хорошо вбивают крем, и получается, что у нас кожа как будто утюжками разглаживается. Поэтому, если у вас стоит вопрос, брать или не брать, я всегда говорю за. Всегда за таких вот гаджетов, потому что они очень крутые. Далее, интенсивный антивозрастной крем для рук. На самом деле здесь 50 мл всего, но он у нас на всю страницу, и кажется, что он такой огромный. У меня такой крем был. Вот сам крем на меня не произвел впечатление, что прям вау-вау, не знаю как, круто. А вот то, что он у меня вывел всю пигментацию с кистей, вот потом опять появилась, перестала пользоваться, а лето-то активное, вот, вывел все пигментные пятна подчистую, то есть кожа рук стала чистая только благодаря этому крему. Поэтому, если вы хотите очистить кожу рук, то имейте в виду это, он очень хорошо осветляет и увлажняет хорошо. Просто почему я не в восторге? Я люблю ароматные крема, чтобы пахло, например, кокосом, алоэ, облепиховые, мои любимые такие вот фруктовые, приятные. Следующее у нас эссенция для лица. Эссенция выглядит вот таким вот образом. Такой флакон, это тоже все серия Novage у нас продолжается. Как использовать эссенцию? Ее можно носить просто на кожу после этапа очищения. То есть я беру вот так вот капельку, например, раз, взяла и нанесла на кожу. Она моментально впитывается, увлажняет. Это пребиотик, который питает армию бактерий, которые на нашей коже живут. Наши, не наши, да, прихожане и так далее. То есть это очень полезная штука, которая вот, ну, помогает сделать так, чтобы кожа была более чистой, ухоженной, то есть это как бы помощь коже. Также можно использовать с масками, то есть если купить вот такие вот масочки тканевые в таблеточках одноразовые, ну, спрессованные, и напитать этой эссенцией, сделать маску тканевую, то тоже очень хорошо лицо тонизируется, увлажняется, упругость восстанавливается, то есть показатели самые-самые классные. Итак, переходим уже к основному каталогу. Здесь у нас прекрасное предложение сделать заказ на набор, код 128450, придет каталог, пробник тональной основы, пробник крема ночного против пигментации и пробник новой туалетной воды из серии Feel Good Be Happy с апельсиновым вкусом. Я, конечно же, очень хочу такой аромат попробовать, потому что гель мне очень нравится. Так, здесь у нас идут ароматы. Можно потереть страничку, если у вас есть бумажный каталог. Если нет бумажного каталога, выписывайте пробники. Например, мне вот аромат Eclat Amour по описанию понравился. Когда я его купила, он мне не понравился. То есть на меня он не произвел вообще никакого впечатления. Я не могу сказать, он мне понравился, не понравился. Я его просто не слышала на себе. Этот аромат меня не вдохновлял, не возбуждал, не делал меня какой-то необыкновенный. То есть он настолько нежненький, романтичный, еле слышный, поэтому я его просто не использовала. Далее, Люсия. Люси, у нас два аромата здесь представлены, один со скидкой, другой без скидки. Потрясающая коллекция Amber Elixir, у меня есть такой голубой, и моя мечта вот этот розовый, но все никак до него руки не доходят, вот он Amber Elixir, потому что настолько много у меня ароматов, что я не успеваю ими пользоваться. Голубой очень своеобразный, очень необычный, просто он отличается от всех ароматов, поэтому вот его рекомендую распробовать через тестер, естественно, и потом уже принимать решение, брать или не брать. А вот аромат Love Potion Secrets — это любимчик в нашей семье, у меня его дочка обожает, он у нее есть всегда, абсолютно всегда, как только он заканчивается, я тут же покупаю новый, поэтому у меня в заказе, конечно, будет такой аромат. Магнетиста. Этот аромат у нас взял Fifi премию в 2019 году, и этот аромат действительно необычный. Нравится он не всем, мне он, например, не подошел, но у меня есть клиенты, которые его обожают просто, и в этом каталоге на него, мне, на мой взгляд, самая-самая низкая цена за всю историю, когда его можно было вот приобрести, поэтому если вы хотели такой аромат, то самое время его взять. Все ароматы пробуем через тестеры, очень люблю мужские ароматы, просто обожаю, и вот мы дошли до декоративной косметики.
Смотрите, здесь у нас идет акция со страницы, начиная с 24 по 33. Каждый третий продукт у нас идет в подарок. То есть вы платите за два продукта. Третий с наименьшей ценой, я так думаю, что с наименьшей ценой, он будет идти в подарок. И у нас выходит новиночка, карандаш для губ с необычным оттенком пыльная роза. Я очень люблю такие вот карандашики, такие более нюдовые, натуральные. Ну, надо все попробовать, хотя может быть он и не совсем новинка, могу ошибаться. Глянцевые помады, то есть губная помада 5 в 1 с глянцевым финишем, красивая, мягкая, увлажняющая помада, разнообразие оттенков 10 цветов, но есть что выбрать, потому что на самом деле, когда мало оттенков, кажется, что ну нечего взять, да, на самом деле всего очень много, и светлые, и теплые оттенки, и глубокие, яркие, и темные, на любой вкус. Помада Энергоблеск — это наша знаменитая помада, она настолько красиво сияет на губах, и складывается впечатление, что на губах мелкие-мелкие бриллиантики. Поэтому просто вот эта любовь многих, кто взял хоть раз, уже постоянно возвращается к этой помаде. А здесь нас ждет на этой странице стойкий маркер подводка. У меня есть, кстати, на канале обзор этого маркера, вот так он выглядит. Очень удобно, привычно, то что вот мы держим в руке, как вот ручкой пишем, и также здесь мы берем и рисуем стрелку. Тоненькие, худые. Я вот только два раза им красила стрелки. Чувствуется, что он такой прям полный, такой сытенький. Вот я дотронулась, и сразу его много. В предыдущем такого не было. И более мягкий стерженечек. И классно то, что можно прям тоненькую стрелочку вести, вот еле прикасаясь. А можно вот такую вот толстенькую ретро-стрелку сделать. То есть на любой вкус. Конечно, я обожаю такие маркеры, они очень удобные. И если он у вас будет казаться, что он закончился, потрясите его хорошенько, и он будет еще вам долгое время служить. Далее тушь удлиняющая с эффектом наращивания ресниц. Тушь мне понравилась. Не часто мне подходят туши, эта тушь действительно хороша, у нее хороший изгиб, красивый прям по форме глаза, у нее хорошие упругие такие вот щетинки, видите, они прям вот пружинят, она такая вся набивная. Когда я первый раз красила, реснички были такие немного тонковатые, но за несколько дней она напиталась, щеточка, и в результате сейчас у меня ресницы такие лохматенькие, пушистенькие, мне тушь понравилась, поэтому я ее рекомендую, конечно, с удовольствием. Если не пробовали, попробуйте, тушь хорошенькая. Так, далее, две туши, у меня есть одна тушь с экстремальным объемом в розовой упаковке и в черной упаковке с эффектом кошачий глаз. Вот я вам покажу с эффектом кошачий глаз, какая кисточка здесь хорошая. Она наращивает реснички, тут даже видно вот, что очень-очень много фибры, микро такие вот волосочки, которые торчат кое-где. Эффект кошачий глаз действительно получается очень хороший, потому что форма у кисточки действительно делает акцент на внешних ресничках. Они получают такие густые, толстенькие, длинненькие и подвернутые. И вот многие пишут, что эта тушь стала их любимицей. У меня она не стала любимицей, но пользуюсь с удовольствием. А вот тушь с розовой щеточкой мне не очень подошла. Конечно, она мне понравилась и накрасила она мне все хорошо. Но для меня слишком большой ворс получается, он больше, чем у этой кисточки. А так как у меня глаза чувствительные, я все время боюсь, что я поцарапаю себе слизистую. И только из-за этого я от этой туши отказалась. И поэтому, если вы любите пушистые большие кисти, то вот обратите внимание на эти туши. Кстати, тушь у нас отмечена. Премия Гламур, 2019 год. Следующая у нас новинка, увлажняющая тональная основа Aqua Boost. Я взяла себе Aqua Boost, мне она нравится, мне она подходит. Мой оттенок 408-29, давайте найдем ее, это светлый бежевый.
Вот такой тон. Сейчас я вам капельку покажу, как это будет выглядеть. У меня есть на канале, кстати, обзор, как я пробовала первый раз этот тон. Он хорошо подстроился мне под цвет кожи. Я очень люблю, как он лежит на лице. Он увлажняет, не забивает поры. Он скрывает недостатки. Это тональная основа для обладательниц нормальной и склонной к сухости кожи. Потому что она хорошо увлажняет. Так и написано, увлажняющая тональная основа. А также у нас есть хайлайтер. Просто необыкновенный хайлайтер. Я вам сегодня буду показывать разные хайлайтеры от Oriflame. И начнем вот с того, который у нас по порядку идет. Смотрите, ну, давайте вот тут где-нибудь на тон. Единственное, мне не очень нравится, что вот эта вот пипетка, доставать можно, капнуть куда-то. Ну, делаем просто все аккуратненько. Очень легкий, удобный флакон, такой хорошенький, его приятно с собой таскать. Итак, смотрите, внимание на экран. Какое тут сияние, это что-то с чем-то. Мне кажется, это самый яркий хайлайтер, который я пробовала, потому что он хорошо подсыхает быстро, его можно наслоить, если вы хотите сделать очень ярко. Его можно использовать и как тени, и капельку на помаду положить, и в уголочке глаз, и стрелочку провести. Он стерла, посмотрите, все сияет, все переливается. Вот он очень интересный хайлайтер. И сразу покажу, например, вот хайлайтер в стике, если, то он очень деликатный. У него намного деликатнее сияние, то есть оно с розовинкой такое вот. Оно дает больше нежности, больше какой-то вот такой вот невинности. А этот он прям вот золотой такой, яркий, сочный. Сейчас еще каплю вам положу, чтобы видно было лучше. То есть просто столько перламутра, столько красоты. Так, и чуть дальше у нас будет еще один хайлайтер. Я вам тоже его покажу, чтобы вы ориентировались в них. Так, стойкий глянцевый лак для ногтей. Я не брала еще такую новинку, потому что у меня настолько много лаков, что я решила их немножечко израсходовать и потом перейти к покупкам новых лаков. А сейчас мы посмотрим с вами румяна в шариках. Как я всегда говорю, что у каждой уважающей себя девушки должны быть румяна в шариках. Вот у меня оттенок естественное сияние. Вот он здесь у нас с левой стороны. Здесь много шариков, 25 грамм, их нужно набирать кистью. Кистью мы набираем, ой, у меня все руки в хайлайтере, и получается натуральная подсветка кожи. То есть не выглядят румяна резкими какими-то, они не сильно, они просто вливаются в тон кожи, и получается, что просто свежее, красивое лицо. По крайней мере, на моей бледной коже это выглядит чудесно, потому что мне с румянами очень легко переборщить, и я с ними потом как бы не буду выглядеть как матрешка, или как, я не знаю, ну, как-то будет очень дешево смотреться. А здесь у нас нежно-розовый. Это сияющая пудра в шариках, вот этот оттенок. Пудра в шариках, какой она дает эффект? За счет тех шариков, которые у нас вот желтого, зеленого, сиреневого цвета, такие персиковые, белые. Эти все шарики устроены таким образом, что они преломляют цвет, и визуально кажется лицо молодым, и как будто бы нет морщин. То есть оно выравнивается, выглаживается. И вот есть легкое свечение, за счет этого лицо выглядит холеным, но это не как хайлайтер, то есть не будет таких блесков слишком больших, а вот именно такое вот хорошее холеное свечение. Сейчас я немножко сотру хайлайтер с своих пальчиков, а то он мне не дает показывать другие продукты. Так, дальше посмотрим. Здесь у нас шелковая тональная основа Fluid, которую очень многие обожают. Мне она тоже нравится, но не все мне в ней нравится. Смотрите, мне не нравится то, что она вот так откручивается, и здесь пипетка. Это фильм ужасов, у меня постоянно вот тон проливается мимо, и все это грязное. Я не протирала ее, потому что я ей не пользуюсь, оставила просто на демонстрацию. Потому что еще есть у нее один дефект, то что подчеркивает поры. Так, где покажем? Давайте вот здесь. То есть как ей правильно пользоваться, если вы взялись, вы любите такие основы, она, конечно, шикарная, то много нанесла, сейчас лишнее уберу сразу. Наносим тонким слоем, но у меня она подчеркивает поры, вот как ни странно, смотрите, вот так она шикарно выглядит. То есть она сейчас превратится просто в пудру,
и получится эффект холеной кожи. Но вот почему-то мои поры, они все, вот видите, даже здесь на руке есть какие-то поры, они мне сразу забились. Но я читала отзывы, не у всех такой эффект. Я не знаю, с чем это связано. Я пробовала и на праймер, и так, да, я ей пользовалась, я ее даже перезаказывала. Мне нравится то, что такая кожа просто как бархат. Вот я трогаю сейчас, это шелк, просто натуральный шелк. Но есть лучшая тональная основа, которая мне больше подходит, поэтому я ее перестала заказывать. Далее у нас идет пудра бронзер. Я считаю, что это хит сезона, по крайней мере на меня и на многих моих знакомых произвела эта пудра сногсшибательное впечатление. Давайте посмотрим, что это за пудра. Смотрите, эффект сияния, эффект легкого загара получается и эффект холености. Я ей теперь пользуюсь каждый день, не могу насытиться, мне настолько нравится этот эффект. Ну просто вот мне нравится, это действительно очень красиво на лице смотрится, и лицо выглядит значительно моложе. А на следующей страничке у нас два продукта: антивозрастная основа и эликсир под макияж. И тоже могу сказать, что у нее очень сильное сияние, золотистое. То есть мы ее наносим на кожу, а сверху тональную основу. И получается, она изнутри светится. И как будто бы вот праздник. То есть я бы ее все-таки рекомендовала либо наносить точечно как хайлайтер, либо использовать на празднике. А вот рассыпчатая пудра с Giordani Gold всем рекомендую. Это лучшая пудра, которую я пробовала за всю свою жизнь. Она потрясающе ухаживает за кожей, матирует лицо, она невесомая, но в то же время лицо получается красивое. Я обязательно закажу ее. У меня как-то она давным-давно была, потом она все время была как-то по маленьким скидкам, и я все ждала вот такой большой скидки. Мне кажется, ее в первую поставку всю расхватают. И удобно то, что у нее здесь есть такое вот отделение с дырочками, то есть мы повернули, пудра высыпалась. Сбоку лежит еще кисточка, то есть ее и в дорогу с собой удобно тоже брать. А на этой страничке нас ждет новинка, и я обязательно ее закажу попробовать. Это антивозрастная тональная основа с пребиотической сывороткой Giordani Gold. Мы, конечно же, с вами берем сначала пробники, пробуем, подбираем тон, смотрим ощущения кожи, потому что даже бывает, что дорогая продукция не подходит, к сожалению, как, например, плавненько переходим на эту вот страничку, где-то еще один у меня тут кремик прячется, вот. И посмотрим две тональные основы, которые по мега акции идут, всего по 499 рублей. Одна у нас матирующая тональная основа, а вторая CC крем. И вот матирующая тональная основа — это тоже тот тон, который мне совсем не подошел. Так, не знаю, давно не пользовалась, может быть, надо немножко перемешать. Так, я сделаю и капельку выдавлю. Нет, все хорошо. Давайте сразу два выдавлю и посмотрим, что у меня с ними происходит. Какая дружба или не дружба. Рассказываю. Та тональная основа, которая матирующая, в черном флаконе, она мне просто, как бы сказать, подчеркивает все недостатки кожи. Их не так много, но она их находит. Она мне забивает поры, вздыбливается в них. И выглядит это просто потрясающе некрасиво. Вот, но она вот на руке выглядит очень хорошо. И такой же эффект бархатистости, шелковистости, все присутствует. Далее попробуем CC крем. А вот CC крем, он просто фантастический. Но у меня оттенок темный, такой естественный называется. И он для меня просто цвет загара. А так как я и не загорала особо, получается, что мне этот тон и не подходит, то есть лежит без дела, хотя очень-очень нравится. Я его прям брала специально на лето под загар, потому что у него SPF 35, и я думаю, я загорю, и еще будет защита хорошая, буду пользоваться. Конечно, он мне очень нравится, к нему никаких претензий, только позитив, сплошной позитив. Он сочетает в себе вот все, что у меня есть какие пожелания, чтобы хорошо лежал, не подчеркивал поры, не сушил, не топорщился, не скатывается, то есть вот прям вот лапочка какая-то. А вот этот я, конечно, забраковала полностью. Так, поехали дальше. На этой страничке нас ждет все, что связано с красивыми глазками. Так, ищу карандаш. Здесь подводочки у меня такой нет, но есть контурный карандаш для глаз.
И мой оттенок изысканный кофейный. Где бы нам его попробовать? Давайте вот здесь, рядом со стрелочками с другими. Очень хороший, мягкий, красивый цвет, хорошо тушуется. То есть видите, вот его можно так потереть, он растушевывается прекрасно. То есть в этом карандаше недостатков я не нахожу. Он хорошо точится. Мы берем точилочку, так легко снимаем слой. Видите, он не крошится, не обламывается, у него очень хороший стержень. Карандаш огромный, то есть он, здесь уже, наверное, половинка, он большой, долгоиграющий и очень приятный цвет, потому что зачастую в коричневых карандашах бывает какая-то рыжина неприятная. Нам она не нужна, хотя, может быть, кому-то нужна, но в основном, когда вот такие спокойные макияжи, мейки делаем, нужен вот именно такой вот, вот такой глухой, темно-коричневый цвет. Далее, это база под тушь. Все, я ее уже не пользуюсь, она просто лежит, потому что уже кисточка испачкалась, а я уже не могу наносить на глазки такую вот не свежую продукцию. Ну и в любом случае, да, за 6 месяцев надо было использовать, поэтому держу просто как образец. Да, эффект есть, эффект классный. Она классная основа под тушь. Сверху, когда тушь красишь, ресницы более большие, сразу толстые, объемные, пушистые, длинные, уже подкручены. Но не могу сказать, что я без этого продукта не могу жить. Могу. То есть вот взяла, попробовала, да, понравилось, да, классно. Ну, порой пропускала, забывала, что-то там какие-то лень было. Могу без нее совершенно спокойно жить, но если хотите вот так побаловаться, да, вот, или просто любите, чтобы ресницы были прям большие и готовы на это потратить свое время, да, она классная. А, тушь не взяла, у меня такая тушь есть. Ну окей, просто расскажу, что у этой туши очень приятная кисточка, хорошая форма, жалко, что она мне не подходит. Мне, к сожалению, не подходит ни одна из тушей Giordani Gold. Почему-то странный эффект возникает, когда я крашу, например, уже третий слой, у меня самые кончики ресничек начинают заворачиваться, то есть они вот так у меня сначала... Да, вот покажу, вот так идет ресница вверх, глаз открыла, и вдруг кончики раз и спадают вниз. И все, и ничего не сделаешь, только нужно их срочно снимать и так далее. Вот, к сожалению, хотя я очень люблю серию Giordani Gold. Далее, антивозрастная помада. Да, да, Master Creation с SPF 20, вот так она красиво выглядит. Мой оттенок королевский янтарь, вот сейчас буду ей уже пользоваться, потому что осень наступает, и этот цвет, он как раз цвет осени. И я сейчас буду им с удовольствием пользоваться. На губах лежит потрясающий, как вы видите, очень плотный цвет. Просто вот раз провела, вот раз, сразу хороший цвет. Два, три, просто огонь. Она увлажняет, она губы защищает, и они выглядят дорого. Дорого, красиво смотрится помада. Сразу понятно, что это Giordani. А с этой стороны у нас помада кремовая. Вот у меня именно этих оттенков нет, и я поэтому не стала брать. Тоже красивая упаковка. Кремовая, она очень мягкая, очень нежная, очень такая, даже сказала бы, жирненькая, что ли. То есть она такая вот прям приятная. Я, конечно, вот очень люблю такие помады, я ими летом все время пользуюсь, когда жарко, они такие полупрозрачные, губки как слюнявые смотрятся, то есть ну просто восторг от этих помад. Так, далее серия On Color. К сожалению, даже показать-то вам нечего, только если рассказывать. Я практически все пробовала на обзорах, и на канале есть видео, и тональные средства я пробовала, и корректор. Если вы пороетесь вот по названию, смотрите, на канале все это есть. Тушь шикарнейшая просто вот с этой кисточкой силиконовой, подводка, которая рисует тоненькие стрелочки. То есть вы не смотрите, что цены низкие, качество продукции здесь на высоте, просто на высоте. Тени красивые, хорошие палетки, они такие маленькие, очень надолго хватает, долгоиграющие палеточки. Разнообразие цветов вдохновляет на разные эксперименты с макияжем. Далее карандаши для глаз. У нас получается черный и коричневый, и для бровей светлый и коричневый. То есть мы можем сделать полностью, собрать косметичку, буквально вот посмотрите, тональная основа нужна, да, подводка или карандаш, кто что любит, а набор теней, взять помаду, ну в 1000 легко можно уложиться и взять всю, полную себе по косметичку необходимых продуктов, или полностью обновить себе
косметику, например, смена сезона, и хочется перейти, например, в какую-нибудь в рыжину, да, и мы подбираем себе парочку помад, пару карандашей, один поярче, один потемнее, и получается очень красивый макияж. Кстати, помада. Про помаду нужно рассказать, потому что, несмотря на то, что у нее такая простая упаковка, но она достаточно мило смотрится, черный-красный — это всегда эффектно, это вызов, это страсть. И сама помада, мой оттенок теплый ореховый, правильно говорю? 79-й, 76-й, да, вот 76-й. И вот тут вот пробуем капельку. Влюблена в эту помаду. Я ей пользуюсь очень часто. Я ей крашу постоянно. Особенно вот сейчас осень придет, захочется более густых, плотных оттенков. И, конечно, я ей буду краситься. Видно же, что пользуюсь. Очень хорошая помада. Я не ожидала, я ее купила вот просто как ради прикола. Была какая-то акция, у меня клиентка заказала какой-то продукт из этой серии, а второй шел там чуть ли не в подарок. Ну, я взяла просто попробовать, и у меня такое яркое впечатление от этой помады, я не ожидала даже. Так, ультрамягкие тени Kyle, никогда не пробовала, не знаю, что это такое, и даже не хочу пробовать, потому что я не понимаю, как красить тени толстым таким кончиком. Ну, допустим, первый раз у меня будет все хорошо, второй, третий, а когда я дойду сюда до толстого, что делать с этим? Расскажите, научите. Я понимаю подводку, красишь и красишь, хотя вот такую я как-то пробовала с таким кончиком, мне она не подошла, я не пристроилась к ней, не приноровилась. Я люблю, когда кончики более длинненькие, тоненькие, либо это кисти, мне очень нравится кисть в подводке Giordani Gold, вот там кисть просто классная, прям песня. Кстати, я где-то читала информацию, что эту тушь снимают с производства, мне кажется, висели часики. Тушь с эффектом накладных ресниц, мы все плакали, горевали, вот я даже не успела выкинуть пустую упаковку, которую я показываю, потому что эта тушь классная, очень классная, и тут она опять в каталоге, мы, конечно, не ожидали. Смотрите, какая хорошая кисть, здесь нет щетинок по бокам, а с этой стороны 4 ряда, здесь 4, здесь 4. Прекрасно прокрашивает, поднимает, удлиняет. Если, конечно, вот выбирать между вот этой тушью новенькой с изогнутой кисточкой, которую я вам показывала, и вот это с эффектом накладных ресниц, то, на мой взгляд, мне больше подходит вот такая. То есть я выберу либо такую, либо 5 в одном. Или и ту, и другую. Обе хорошие, но вот я больше люблю силиконовыми кисточками. И вот она, 5 в одном. Вот такая кисть, а у нее изгиб легкий. То есть, если сравнивать вот эти две кисти, то у нас с эффектом накладных ресниц абсолютно прямая, у другой туши легкий изгиб и маленькие такие вот ворсиночки, которые с одной стороны совсем мелкие, а с другой покрупнее. То есть очень удобное нанесение, практически не травмируется, вообще не дотрагивается до слизистой, ресницы прокрашиваются чудесно. В общем-то, отзывы на эти туши классные, на все, с силиконовыми кисточками в Oriflame все туши очень-очень хорошие. Дальше у нас здесь будет раскладное зеркало, кстати. Если подумать так, то с одной стороны оно должно быть увеличительное, но здесь не написано. Далее идет у нас Азе бальзам для губ, который мне жутко не понравился. Я про него всегда говорю, фу, какая бяка, но кому-то нравится. Мне в нем не нравится запах. Если вот первый раз я его понюхала, первую неделю я обалдела, потом я поняла, что меня от него тошнит. Потом во рту появляется прогорклая прогорклость. Просто, как будто бы я, не знаю, семечки двухлетней давности погрызла. Это какой-то кошмар. Я ей пользоваться вообще не могу, потому что если я ее наношу, то у меня во рту невкусно, если я облежу губы. Единственное, как я ее чуть-чуть израсходовала, когда я загорала, я ей густо мазала губы, прям густо-густо. Она, кстати, очень красивая на губах, у нее есть легкий персиковый оттенок, как раз у меня персиковый. Я густо красила и просто вот загорала, и ни с кем не разговаривала, не пила, не ела, просто вот часик я выделяла на загар, у себя прям во дворе загорала, и потом заходила в дом и сразу ее стирала, то есть у меня не было контакта с ней никакого, потому что иначе я ей пользоваться не могу, поэтому я ее не рекомендую никому вообще. А вот Азе крем
для лица, да, у меня сейчас гидромат есть в наличии, попробовать. Чем он хорош? Он, матируя, увлажняет. Вот так вот необычно придумали ученые. Где же попробовать-то? Давайте на другой руке буду пробовать уже. Там все закончилось место. Ой, много выдавила. Стираем. Вот к этому крему тоже нет претензий. Он хороший, он легкий, он справляется со всеми неровностями. Он и матирует не сильно, я не могу сказать, что я прям в нем вижу какой-то шибко матовый эффект. То есть если вот здесь мы видим матовость, вот тут, да, видите, впиталось просто вот все матовость, я не вижу, что он такой уж сильно матовый, но он мне нравится. То есть когда надо быстренько, просто на день никуда я специально там не готовлюсь, капельку раз-раз-раз раскидала спонжиком по лицу, очень хорошо, очень комфортно, легко, кожа не перегружена и чувствует себя замечательно. И при этом еще и SPF 30, солнцезащитный фактор, просто очень здорово. Так, еще что вам показать? Вам сказать, какой код этого крема? А то вдруг захотите, просто он так, у него такой оттенок хороший. Fire 36487, смотрим, светлый, это просто самый светлый оттенок у меня. Так, двигаемся дальше. Ой, здесь такое разнообразие всяких нужных, полезных, дополнительных приспособлений для того, чтобы удалять, наносить, точить и так далее. Расскажу про точилку, потому что она мне очень нравится. У нее есть два отделения для обычных карандашей и для толстых. У нее есть съемная крышка, благодаря которой мы легко вытряхиваем все из точилки. И есть шпажка, которая вот тут вот прячется сбоку. Многие про нее просто не знают, про ее существование. Мы ее вынули и счищаем то, что не вытряхивается. То есть вот эти все остатки карандаша мы просто быстренько убрали, вытряхнули, закрыли. Супер точилка, очень хорошо точит, и я вам это уже демонстрировала. Кисти в Oriflame все классные. У меня такой набор кистей, я от них просто балдею, все время покупаю новые и вам рекомендую. Вот кто-то меня спрашивал, часто вернее спрашивают, что у меня за тонкая кисть, которой я крашу острые тенюшки, то есть как бы тенями стрелки делаю, вывожу вот этот красивый кончик, как лисичка. Я взяла кисть для корректора, посмотрите, то есть я использую не по назначению, но от этого кисть не становится хуже, наоборот, она просто единственная кисть такая маленькая, плоская, которой легко и растушевать тени под нижним веком, то есть в ресничках, когда мы, например, карандаш накрасили, и тенями нужно растушевать, то эта кисть просто незаменима, лучше ее я не встречала. Так, здесь у нас что-то, вот как раз хайлайтер еще вам хочу показать один, он в распродаже, наверное, его скоро, может быть, даже и снимут, не знаю, пока часиков нет. Давайте тоже где-то рядышком, вот тут вот хотя бы. Ой, как много! Я, конечно, тюбики не очень люблю, я люблю что-то более простенькое. Вот смотрите, вот тут рядом нанесу и там. То есть он тоже с розовинкой, как в стике хайлайтер, но в стике тут прям блестки-блестки видны, а этот более ровный. То есть он вообще прям интересный такой. Я его тоже люблю, мне хайлайтеры нравятся, я ими пользуюсь практически постоянно. И вот у меня все разные, и я то одним, то другим пользуюсь, но дочка у меня всегда берет вот этот. То есть ей больше всего нравится вот этот хайлайтер. Ну, каждому свое. Ароматы, позы, такие сексуальные ароматы начались. Valare, новинка Valare Moments. Очень нежный, очень пудровый, такой девственный аромат. Мне он понравился, просто аж прям слюни текут. Все пробуйте только через тестеры. Не слушайте никого, потому что если мне нравится, вам может абсолютно не понравиться аромат. Интересный аромат Full Moon. Тоже такой необычный, неизбитый вкус у него. И то, что мне нравится, цветок персика. Здесь есть орхидея ванильная. Он прям такой интересный. По крайней мере, кому я давала его пробовать, всем понравился. У меня были заказики на него. Дезодоранты у нас хорошие. Здорово брать, когда, например, аромат и дезодорант, и крем для тела, чтобы все было в одной гамме ароматной и друг друга не, как бы, не перебивал запах, а наоборот усиливал.
То есть, да, тут и тут и тут, и все с одним ароматом. Это просто замечательно. Так, мужские ароматы. Далее, здесь у нас скидочки, кстати, на серию, которая у нас вышла летом, с гуавой. Гуава. У меня есть такой аромат. Мне он очень нравился в жару, я просто им спасалась. Мужской уход Novage тоже нужно мальчиков баловать. Для мужчин пена для бритья, прекрасная пена. У меня Миша, когда брился, он говорил, что в Oriflame самая классная пена. Далее у нас вышла новая серия по уходу за бородой. Очень многие мужчины сейчас носят бороду, поэтому, да, конечно, ухаживать за бородой — это тоже отдельная песня. Далее у нас идет подарок. При заказе нового аромата Glacier Air можно подтереть страничку в подарок шариковый дезодорант 48-часового действия. Еле выговорила. Далее спреи мужские, мужской Full Moon. Видите, как много. Вентура, Вентура, Soul, очень давний такой аромат. So Forever, Him, тоже мне, кстати, нравится этот мужской аромат. Вот у Миши сейчас вот этот, сейчас правильно скажу, Be the Wild Legend. Потрясающий. Как он мне нравится, этот аромат. Он такой дерзкий, такой вызывающий и сексуальный. Прям аж слюни текут, вспоминаю. Так, здесь у нас идет серия Optimals. Далее, смотрите, вот прям Optimals у нас то, что сейчас нужно. Вот обращайте внимание всех, у кого проблемы с пигментацией, потому что вот эта серия, она работает, она расправится с пигментацией постепенно, не быстро, но пигментация уйдет, потому что я вывела свои веснушки, пятна, все вот этой серии. Очень классное у нас разнообразие здесь по типам кожи можно подбирать, можно миксовать все. Патчи для глаз тоже рекомендую, хоть и не дешево получается по сравнению, например, с корейскими там и с другими какими-то, можно вообще прям за 3 копейки патчи эти покупать, но опять же помните, это кожа вокруг глаз, это самое дорогое, что у нас с вами есть, это наши глаза и как они оформлены. И если все вокруг покроется морщинами от использования каких-нибудь подделок и так далее, ну вот честное слово, не стоит рисковать и экономить на своем лице, потому что его уже не поменять. И я вот поэтому беру себе эти патчи, пользуюсь иногда, но пользуюсь не каждый день, естественно, но 1-2 раза в неделю. Еще я смотрю по состоянию, если кожа прям кричит: дайте мне патчи, то мы даем. Так, далее серия с апельсином и абрикосом. Все рекомендовали, и я не выдержала, я взяла себе очищающее вот средство, это гель. Он действительно настолько вкусно пахнет, прекрасно очищает кожу, нет ощущения стянутости и сухости. Кстати, а здесь написано, что сияние и увлажнение, поэтому и нет сухости. Очень довольна, взяла, ну просто вот взяла, сейчас сама пользуюсь, и ну, как бы дочке тоже сказала, чтобы она им тоже пользовалась. Нам на двоих. Я-то в основном Novage использую, но иногда так хочется разнообразия, согласитесь. Особенно то, что вкусно пахнет, устоять очень сложно. По крайней мере мне, потому что я такая, люблю вкусняшки всякие. Покажу вам средство с лаймом и с чайным деревом. Это антисептическое, антибактериальное средство. Можно использовать на прыщики, на ранки. Хорошо заживляющим эффектом обладает, противовоспалительным. То есть мы используем на ожогах, на порезах, там укусил какой-нибудь комар неприятный, прыщик вылез, все аппликационно наносим, лечимся. И очень много рекомендаций, как можно использовать еще. Так, что-то еще вам не показала. Вот, это маска скраб. Суперская штука. Вот уже опять кончилась, постоянно заказываем новое. Смотрите, можно наносить, например, на мокрую кожу. Вы просто делаете вот такой вот массаж. То есть нанесли на мокрую кожу, вот так потерли. Видите, тут есть отшелушивающие частички. Вот они. Достаточно есть некоторые крупненькие, поэтому очень приятно отшелушивают кожу. Если же вам не хочется тереть, и чтобы вот эти частички царапали, может быть, есть какие-то воспаления на лице, то нужно просто нанести как маску, на 10-15 минут оставить и смыть водой. Как маска эффект лучше. Потому что я пробовала и так, вот мне больше понравилось как маска, потому что получилось
что-то волшебное, кожа настолько стала гладенькая, чистая, все поры очистились, такая просто красота, и пахнет вкусно. Так, что здесь у нас для молодежи против воспалений? У меня есть вот такая Pureskin маска, пленка черная с углем, она вот просто черная, смотрите, и ее нужно носить достаточно толстеньким слоем на лицо и оставлять где-то на 20 минут. Что мне в маске очень нравится, что она, когда вот высыхает, стоит такой пленкой, кожа не стягивается, то есть неприятных ощущений нет. Когда только наношу, вот первое, вот сразу аромат спирта чуть-чуть, но это все вот пленки, они грешат этим, но это быстро выветривается, буквально вот так, и все, и нету. Но зато классно, вот прям ее так снимаешь, и видно, если там поры были забиты, прям такие пенечки торчат. Ну и здорово это выглядит, просто черные такие, черное личико для разнообразия, очень забавно. Мы с Мишей в основном вдвоем сразу делаем, я его зову, говорю, пойдем-ка, будем ниндзями. Так, специальное смягчающее средство. У меня сейчас с абрикосом вот под руку попалось, а здесь будет у нас с черникой, с клюквой, с розовым маслом, с гранатом по 159, с корицей 89. Налетайте на корицу, пахнет вкусно, и это такой вот именно уже аромат на холодное время года. Корица, она такая согревающая, обволакивающая, мне даже захотелось кофе с корицей, а уже вечер, не буду. Что делает смягчающее средство? Я беру чуть-чуть и наношу на разные местечки, которые хочу увлажнить: губы, кожа вокруг глаз, кутикула, колени, локти, пятки. Вот все, что трескается, сохнет, везде, где есть сухость, мы наносим. Здесь натуральный прополис в составе, он чудесно увлажняет кожу, кожу, и все, и помогает. Это тоже, кстати, осветляющая серия. Вот я ее не пробовала, у меня нет информации личной о нем, о этой серии. Далее у нас идут солнцезащитная коллекция. Но если вы уже не планируете ехать на отдых, а хотите быть загорелой и не успели летом позагорать, запаситесь таким спреем автозагаром, потому что с ним загар выглядит очень натурально, и быстро и легко сделать из себя загорелую красотку. Я вот всегда таким пользуюсь. Бывает, там нужно куда-то на мероприятие, декольте какое-то или спина открыта, и хочется, или там руки уже бледные, вот сейчас остальной загар сойдет и будет такая бледнятина, то мне нравится нанести автозагар, потому что это красиво. Далее у нас идет серия Eco Beauty. Это та самая серия, которая на 95% с натуральными компонентами и у нас всеми одобрена. Я думаю, что эта серия вам придется по вкусу, особенно если у вас кожа склонна к сухости. Если вы любите все такое мягкое, нежное, натуральное, с разными ароматами, потому что тут каждый флакончик, тут все разное, не повторяются составы. Я в восторге от этой серии. Вот, честное слово, хочется повторить. Может быть, как-нибудь и повторю, потому что я брала всю серию раз два, наверное. Так, что у нас тут интересненького? Есть эпилятор-пружинка со скидкой. Это вот такой вот гаджет для пыток. Что он делает? Нужно вот так вот сжимать. И вот сейчас вам покажу, как он выдирает волосы. Ну, тут плохо выдирает, потому что он для лица. Сейчас попробую тут сжимать. Нет, тут не справляется. Тут волосики длинные, грубые. Вот, для лица больно, правда, я делаю, на щеках пушок выдираю, очень больно, очень неприятно, хочется плакать, но лучшего средства я что-то еще не видела, потому что пушок порой хочется удалить, а чем и как выщипывать по одному, это нереально просто. А вот такой штучкой, кстати, все хорошо. Спрашивают часто, можно ли удалять усики. Честно говоря, я даже попробовать побоялась, потому что очень чувствительная кожа вокруг губ, я, например, не выдержу, у меня очень низкий болевой порог. А вот на щечках я терплю, попискиваю, похрюкиваю, но терплю, потому что красота требует же жертв хоть каких-то. Вот, и я брала вот такие вот специальные восковые полоски для депиляции. Ну, у меня тоже они как-то не зашли,
Как-то не очень удобно, не совсем чисто удаляют они, для меня, по крайней мере. Я брала для ног, и нет, не подошли они мне. Нет восторга такого, чтобы я сказала: ребята, налетайте. Так, что здесь у нас? Подтягивающий лосьон для тела очень-очень хвалят. Девчонки, кожа, говорит, такая прям в тонусе, все классно. Я брала давно, я уже просто не помню. Антицеллюлитный гель для тела, я тоже им пользуюсь, но я лентяйка. Чтобы был эффект, нужно пользоваться каждый день. Я начинаю, забрасываю. Через какое-то время начинаю, забрасываю. Да, у меня есть целлюлит, и я хочу от него избавиться, но пока не готова, наверное, к регулярным занятиям. Обратите внимание, что комплекс омега-3 будет с большой скидкой, всего за 1499. Запасайтесь, сейчас нужно, осень, зима, надо себя питать. Напиток Акваглоу, да, работает, кожа выглядит сияющей, розовенькой после того, как я пропила курс, очень довольна была. А тут все наш любимый wellness, и пошли аксессуары. Я, конечно, впечатлена осенней коллекцией, мне очень понравились сумочки, шарфики и такая сумочка. Рюкзачок, мне кажется, все-таки больше для молодежи, я хочу рюкзак, мне нужен такой черный рюкзак, но хочется чего-то более такого, не знаю, более взрослого, что ли. Зато я себе приобрела, вот уже интересный наборчик, я себе приобрела одну сумочку, вот такую, и я от нее в восторге. Вот так выглядит моя малышка, я ее показывала тоже в обзоре, просто классная сумочка, классно сделана, такая она миленькая и желанная для меня, я в восторге, и, наверное, я еще чуть-чуть успокоюсь, и пока вот буду ей наслаждаться и выгуливать ее при каждой возможности. И еще я хочу такой шарф, такой яркий, такой вот необычный, ну и, может быть, я его тоже себе закажу. Да, интересная сумка-кобура. Просто супер. Интересные клетчатые сумочки. Ну, здорово. Идеи, конечно, классные у дизайнеров. Так, серия по уходу за подмышечными впадинами. Так скажем, дезодорирующий. Вау, Бьютаникалс. Давайте я вам про нее расскажу. Только у меня есть все вот на другой странице. Бьютаникалс — это серия без парабенов, без силиконов. 95% натуральные ингредиенты. Потрясающий вкусный аромат, жимолость вот эта с кислинкой. Мне нравится. Мне очень подошла эта серия. Очень крутое средство для купания. Вот такой большой флакон 300 мл. Я им и ручки просто мыла. Уже два раза купалась с ним. Это что-то вообще просто классное. Ой, у меня кожа в восторге от этого продукта. Он не сильно прям пенится, если вы спрашиваете. Это не как гель для душа, не как обычное мыло. Мыло интересное. Вот вчера первый раз мыло это пробовала. Оно, знаете, какое вот? Оно мылится хорошо, но такой пены оно не дает, как вот вся серия в Oriflame, например, как серия Discover. Оно очень сильную пенку дает, такую прям воздушную. Это нет, но хорошее. Хорошее покрытие вот идет, так вот чувствует, что все прям намылено, так хорошо все пахнет вкусно. Я довольна очень. Но самый большой восторг у меня вызвал уход за волосами, потому что мои волосы в шоке. Почему? У меня было впечатление, когда я первый раз помыла голову, что мне заменили просто, подменили шевелюру, потому что я никогда еще не видела за последние, наверное, уже полтора года, как я начала выходить из черного цвета, мои волосы просто были испорчены до нельзя, сожжены все, просто иссушены, изломлены, надорваны, вот, и тут вдруг появляется шелковистость, упругость, чистота. Я только на пятый день помыла голову, просто потому что уже как бы привычка. Не возникло даже от головы неприятного какого-то запаха, не было вот этой жирности, жирной плешивины на макушке, как обычно, вот первое, да, вот жир почему-то именно там возникает. Настолько у меня восторг, что я себе заказала еще несколько флаконов, и все, я просто довольна. Самое интересное, что обычно у меня уже на второй день кончики становятся на волосах такие, ну все, такие топорщатся, как неживые, кукольные.
А тут они у меня шелковые. Каждый день я просыпалась каждое утро, бежала быстрее к зеркалу, брала расческу и проверяла, а что с волосами. И они у меня каждый день были в прекрасной форме. Я говорю, даже на пятый день можно было не мыть еще голову, например, сделать плетение просто. Все равно было бы классно. Супер! Просто восхищена. Кстати, сегодня только узнала, что вот это мыло чистые ладошки пахнет персиковым соком. Вот здесь вот нет странички потереть, а в предыдущем каталоге была. Потрите страничку и будет пахнуть персиковым соком. Далее серия для совсем маленьких у нас расширяется и выходит два средства. Первое — это крем под подгузники, а второе — очищающее молочко для кожи под подгузником. Вы, наверное, понимаете, о чем это речь. Я, например, не совсем. Я могу только догадываться, потому что у меня нет малышей, но я думаю, что мамочки в восторге. Любые три средства за 1035 рублей. У меня есть кое-что вам показать. Это масло и бальзамчик. Вот такой классный дизайн. Все очень здорово сделано. Видно, что это дорого, что это хорошо. Такое вот клевое масло. Я дочке отдала эту серию, потому что она очень у меня любит такие штучки. Смотрите, какое маслице. Вот я намазала себе ручки. Пахнет вкусно, просто классно. Я уже читала отзывы, все в восторге. Девчонки все пищат, все говорят, что это очень дешево, потому что достойные, хорошие серии для детей стоят очень дорого. И вот такой бальзамчик. Вот такой бальзамчик, капельку возьму. Он просто чудесный, чудесный бальзам. Легко впитывается, такой нежный, такой классный. Если вы уже не грудной ребенок, но у вас чувствительная кожа, то вам тоже идеально подойдет вот это, вот эти продукты. Имейте в виду. Дальше двигаемся. Диффузор. Покажу вам свой диффузор. Вот он у меня. Он у меня упал. И вот, наверное, столько же жидкости я пролила в раковину. Я чуть не плакала, но зато пахло так долго, вкусно. Я вставила сюда вот такие еще палочки у меня были от старого диффузора. Вот такие палочки. Мне очень нравится аромат, но что я заметила? Если первое время аромат был настолько сильно яркий, я не знаю, может быть, я потом привыкла. Но ко мне вот приходили гости и такие: чем так вкусно пахнет в ванной? И заказывали вот такой диффузор. Я уже чувствую только, когда близко. Наверное, просто я уже к нему привыкла. Ну, конечно, круто. И смотрится в ванной красиво очень. Нравится мне. Буду теперь повторять такие заказы. Далее сыворотка для восстановления волос. Вот вам покажу такую сыворотку. Что она делает? Если кончики секутся, не слушаются, плохо расчесываются, возьмите капельки. Ну вот прям две капли, я вот сейчас чуть-чуть покажу. Разотрите вот так в пальчиках, согрейте, это же тоже тут сыворотка, масла какие-то. И перенесите на волосы вот это вот маслице все, чтобы волосы напитались. И расчесывайте смело, вы уже все, ничего не испортите, волосы расчешутся моментально. Это такая кайфовая штука, я все время беру. Вот всегда, как только вижу, что оно со скидкой по акции, у меня сейчас в запасе еще 2 или 3 флакончика лежат. Как-то они были по хорошей цене, я сразу взяла. Очень люблю вот восстанавливающую серию для волос тоже. Она у нас и сейчас есть в ванной, ну просто не стала уж все флакончики тащить. Зато взяла расческу вам показать. Смотрите, какая она прикольная, то есть она большая, вот она на ладошке, однорядная, широкие такие у нее зубчики, хорошо прочесывает, такой гребень. Вот с собой я его обычно беру, или этот, или деревянный у нас еще есть, ну, который попался под руку, тот и беру. Мне нравится, хороший. Так, про расчески. Очень рекомендую щетку, ой, то есть инструмент для чистки расчесок, хорошая массажка, хороший вот этот вот, как сказать, инструмент для распутывания, щетка. Но для меня, например, неудобно держать руки. У меня выпадает часто, вот я, например, веду по гриве, по своей, бамс, он у меня падает на пол. Ну все, жалко, конечно. Но если сравнивать, то массажка или вот эта специальная щетка, щетка, конечно, лучше расчесывает волосы, однозначно. Мультифункциональный CC-крем для волос. Что он делает? Он снимает классно статику.
Он и увлажняет волосы, выглядит более ухоженными, блеск придает. Он и как защиту от сушки создает, термо, вот эта вот защита. Да, классный показатель, но немножко волосы может утяжелить. Далее есть у нас серия стимулятор роста волос. Работающая серия, проверена на разных людях разного возраста. Поэтому могу сказать, что если есть проблема с волосами, пробуйте, работает. Ура, наконец-то интимки со скидкой. Давно они не были по нормальной цене. Вот у меня последний флакон уже, ну, чуть больше половины. И, конечно, наберу полную коробку интимок. У меня уже клиенты замучили. Поэтому будем брать. Будем брать. И вот крем для интимной гигиены. Тоже очень хорошо смягчает кожу. После депиляции здорово его наносить. Ну вот мы пользуемся, вот уже почти закончился. Так, далее выходит новинка. Кстати, вот набор вот такой вот брала одноразовых станков, мне они почему-то не понравились. Да, они острые, они хорошие, но что-то вот не то. Так, нежный крем-гель для интимной гигиены. То есть им можно и очистить кожу, и сделать основу для бритья. Здорово? Конечно, здорово. 200 мл. Отличный объем. Будем брать, пробовать. Еще и какая-то здесь экстракт шведского вереска. Хорошая травка с натуральными. Ой, я когда это увидела, у меня аж прям просто восторг. Вот потрите страничку, если у вас есть. И просто пока нельзя купить, просто наслаждаемся вот этим запахом. Ирис и шалфей. Я никогда не думала, что это так вкусно. Никогда бы не догадалась. Обязательно возьму. Очень люблю эту всю серию. И все, что вот выходило в этой серии, я всегда заказываю. И довольна. Всегда довольна. Зубные пасты. Даже прихватила один тюбик, показать, что это классная паста. Мы все время берем. И сейчас 4 открыты. Все разные. Все, какие есть в Oriflame. Очень хорошая щетка, мне нравится вот эта фиолетовая. Здесь, кстати, обратите внимание, акция. Если 2 продукта брать, то скидка больше. То есть считайте, когда делаете заказ. Далее, скидка 55% на серию для ног. Да, конечно, за ножками нужно ухаживать постоянно, поэтому здесь все полезное. Очень люблю вот такую вот пилку для ног, маска, носочки классные. Да, я к себе, кстати, взяла вот такую сыворотку, размягчитель мозолей, она тоже работает, но долго. Я каждый день пользовалась, она такая жиденькая, ну, постепенно, да, все ушло, классно. Еще мне нравится отшелушивающий крем для ног, тоже взяла себе новенький еще летом. Хорош. Элио, тут просто один аромат чего стоит. Вот мои волосы очень любит этот уход. Здесь у нас шампунь, кондиционер и маска. Обратите внимание, что если брать 2 штуки чего-то, липы, можно 2 шампуня или шампунь и кондиционер, цена намного ниже. Конечно, выгоднее 2, например, взяли 2 шампуня по 299 рублей каждый. Если один берете, 449, 150 рублей разница. Очень концентрированный, очень классный шампунь. У меня дочка просто пищит от восторга, когда вот я ей такой вот выставляю, говорю, так, начинаем Элио пользоваться, сейчас достану его как раз. Это просто как духи на волосах, прекрасно промывает волосы. Но так как продукт дорогой, я всегда сначала каким-нибудь недорогим шампунем мою, Love Nature, например, какой-то, а потом дорогим. Вот, классный эффект. Мыло, наши классные мыла. Я взяла вот один кусочек, чтобы показать. Такая вот яркая, всегда сочная упаковка. Большой кусочек, 90-граммовый мыло. Очень хорошо пенится, такой душистый, всегда пенка классная, кремовая. Ну, конечно, 2 штуки брать выгоднее. И гели для душа, вот такой большой объем, 250 мл, всего 99 рублей. Я думаю, будет ажиотаж. Нас собрали здесь все классные такие ароматы. Хороший, густой гель, так хорошо пенится, кожу хорошо промывает, ароматный, душистый. Ну, вот что еще нам нужно? Все для счастья есть. И серия «Мед и молоко» завершает наш каталог. Что я хотела вам сказать? У меня нет сейчас ни одного продукта, чтобы вам показать, как ни странно. Но здесь у нас будет скраб для рук, 75 мл.
Как объем крема? Крем для тела и рук 250 миллилитров, наш бочонок меда и молока, шедеврально просто. И большой кусочек мыла 75 грамм в картонной коробочке. Очень ароматное мыло, очень приятно. Я в белье такое клала, когда вот раньше покупала. Обязательно возьму, цены классные, можно делать прям запасы, потому что вот чем становится холоднее, тем больше желающих именно на эту серию, потому что этот аромат, он согревающий, такой вот приятный, вдохновляющий, классный. Спасибо всем, кто продержался до конца. Вы молодцы, вы мои герои. Я вам всем желаю потрясающе классного каталога, чтобы все ваши мечты сбылись, все ваши клиенты были довольны, и чтобы у вас клиентов становилось больше и больше и больше. С вами была Лилия Донского. Пока-пока. Сняла масочку, видите? Все, теперь точно пока-пока.